Через 10 секунд мы увидим ее сахар. Восемь и девять. Это выше нормы. Все, сейчас садись, понижай сахар. Норма это 7,2. Максимальная норма 7,2. Она позанималась и научилась сама снижать сахар. Да, она болела сахарным диабетом. Со скольки лет болела? С двух лет. С двух лет? Да. И вы так все время мучились? Да. И как у вас раньше все это делали? Как вы снижали сахар? У нее вообще очень высокие сахара. Для понижения сахара я использую образы. Например, я закрываю глаза, у меня перед глазами появляется пятно, ну, темное. А по мере того, как у меня сахар снижается, пятно уменьшается и светлеет. Или вот я вызываю состояние тяжести и представляю себе, что я иду по берегу моря. Следы я оставляю очень глубокие. И чем дальше я иду, мне в теле нарастает легкость, и следы становятся мельче, и сахар вот снижается. Каким это образом связано с сахаром? Следы на песке и сахар? Ну, просто я вызываю состояние, то есть тяжесть, легкость. Семь и семь. Норма, да? Да. Близко к норме. Молодец. Понизила. 7,7.